Самара – крупный туристический центр Поволжья. Здесь находится более 100 культурных и исторических объектов, которые посещают туристы. Чтобы создать для них комфортные условия, в декабре этого года запустят первый информационно-справочный центр. Тут можно будет узнать о туристических событиях и отдыхе в Самаре. Смысл вот этой территории в том, чтобы помогать тем, кто приезжает в наш город, рассказать о достопримечательностях, о тех местах, локациях, которые интересны, экскурсионных программах. Вот. Здесь будет и раздаточный материал, здесь можно будет отдохнуть, выпить чашечку кофе, посидеть, зарядить телефон и направиться дальше созерцать наш замечательный город. Напомним, что ранее Самара победила в конкурсе областного министерства туризма по выбору городских округов на реализацию мероприятий по формированию туристического кода. В первый этап реализации входит размещение навигационной системы из 10 вех, 6 из которых будут оснащены интерактивным сенсорным экраном, ярмарочного комплекса и информационно-справочного центра. На данный момент выполнен монтаж металлоконструкции, остекление здания, кровля. Монтируем в данный момент фасад. Почти закончены внутренние работы. Для удобства посетителей города в центре разместят карту исторической части города. С ней можно будет легко ориентироваться и изучать Самару. Каждый ее элемент соответствует реальному объекту в центральной части города. Это способствует экономике. Туристы, конечно же, нужны, потому что они посещают культурные заведения, там музеи, театры, кафе, рестораны. Покупают сувенирную продукцию. Конечно же, это способствует развитию экономики. Объект подрядная организация должна сдать до конца ноября. Работать в тестовом режиме информационно-справочный центр начнет уже в декабре этого года. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.